О, блин. А я чё, 1,5 дня проспал? Так, что-то картины поменялись. Здесь стали собачки. Бекон, рыба, лодки, шерсть, уголь, флинт, офигеть, железный меч, золото, пипец. Золотой меч, ясненько. Ладно, посмотрю, может, там и нет зомби. Я хочу с ним посражаться. Так, где они? Что это за надпись? Вау. Куда это взялось? Ну-ка, что здесь так? Найти это в самом крайнем случае. Ну, пока сам крайний случай не наступил. То есть, пока это здесь, монстров не будет. Класс. Класс. Что выбраться не можешь? Что, уходи. А, вот и золотой меч сломался. Овца. Так, надо бы еще сделать каменную кирку. О, уже все готово. Еще уголь. Да, тот человек здесь побывал. И что ты все-таки взял? Пусть будет на всякий случай. Ну ладно, раз нет, то пойду добывать железо. Может, и золото найду, если повезет. Еще одна шахта. О, все. Странно, даже чуть спать не хочется. Ой, блин. Кстати, я что-то забыл эти все свечки. Фиги, сколько тут свинок. Ну, пусть будут. Не знаю, мне как-то по-прежнему страшно, но была не была. Да, без шерсти, думаю, тебе легче скакаться будет. Так, у нас здесь, может, подходящая пещера, где он искал золото. Так. Раз, два, три, четыре. Вышел зайчик из квартиры. Да, блин. Так, значит, надо как можно глубже вниз. Странно. Блин, ну...
куда же? Где он копал? Надо вообще искать по-хорошему самую большую шахту. Здесь их нету. Ну ладно, здесь тоже можно, в принципе. Угу. Угу. Может, повезет, металл найду. Если что, повезет золото. Если что, повезет алмаз. Так, надо еще свечек взять. Угу. Где свечка? А вот она. Аня мне показалось, что это железо. Так, еще свечка надо. Где я лучше пойду домой, там возьму. Угу. Уже рассвет начинается. А, нет, мне показалось. Ох. А, не, начинается. Уже светло становится. Кстати, а это что? Угу. Еще один водопад. Это еще что-то. Вау. А! Какого? А! Угу. Так, ладно. Так, где-то. А вот свечки. Ладно, пойду дальше. Аж почти не хочется, я зеваю. Если я там найду железо, это будет моя самая любимая пещера. Раз, два, три, четыре. Ушел зайчик из квартиры. Но раньше здесь столько скелетов было. Теперь даже пугаться нечего. Так, нет, вот здесь вот еще надо. Не, вот здесь вот. Ага. О, все. Здесь еще надо. Ага. Интересно, долго до железа копать буду? Или до золота? Тебе все равно.
Не знаю, раз тот парень нашел железо, значит, ого. Что это за пещерка? О, а вот и железо. Вау. Ого, здесь источник. Что, железо, железо, железо. Так вот бывает золотая лихорадка, у меня железная. Где там еще? Вот. Железо. Ай. Странно. Ага. О, теперь классно, как светло. Блин, аж здесь еще где-то видел. Так. Так. Блин, ну где же я здесь еще видел? Так, уголь мне не нужен, его у меня много. А, вот. О. О, еще больше. Блин, ну еще кирка осталась. О. Ладно, это еще. Ага. Ну вот, вроде все. А теперь как мне выбраться? Все, вот как. Где там я дырку видел? А, вон она. Долго падать. Странно. Мне даже не больно. А теперь мне как отсюда выбраться? А главное не залезть, а вылезть. Вот, блин.